27 новобранцев. Первые в этом весеннем призыве. Чувств моря, волнение провожающих и четкое осознание ребят, зачем надо служить и чему научит армия. Самостоятельности в жизни. Я думаю, приедет человек, он поймет, что такое жизнь, что такое дружба, что такое товарищество, что такое ответственность. И все будет хорошо. В отличие от растроганных мам, бабушки строже и объективнее. Понимают, армия не шутка, но и не война. Хотя прощание славянки и в мирное время вызывает слезы. Обещаете ждать? Да. А как будете ждать? Как? Обычно. Сидеть дома. Знаю. Только дождь. Да, обязательно. Слезы, обещания, прощальные поцелуи. Все это сегодня, а завтра новый коллектив и шаг в совсем уже взрослую мужскую жизнь, где ты солдат. Это почетная должность, обязанность, которую они с достоинством должны выполнить. Мы надеемся на то, что они не опозорят нас. Придут только благодарственные письма в адрес военкома, в адрес семьи, родителей. И ребята вернутся к нам и полностью включатся в жизнь, в трудовую деятельность нашего прекрасного города. Перед отправкой обязательно всем меряют температуру, если надо, на дополнительный медосмотр к врачу и в подарок конверт с надписью «Позвони маме». Это в рамках действующего социального проекта «Два федеральных номера сотовой связи с льготным тарифным планом для тех, кто служит вдали от дома и родителей». Всего общий план на весну 2014 года составляет порядка 350 человек. Сегодня будем отправлять 27 человек. Из них большая часть пойдет в Новороссийск, в воздушно-десантные части, и часть водителей по краю. Сегодняшним призывникам повезло. Они все будут служить недалеко от дома. Это первая весенняя отправка. Провожать сочинцев из городского военкомата будут вплоть до 15 июля. Елена Всецина, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.